Здравствуйте! Вы смотрите программу «История одного рода». С героиней нашей сегодняшней передачи мы познакомились в селе Волково на встрече представителей казачьего рода Карагодиных. С этой семьей в начале 20 века переплелись ветви еще одного родового древа – семьи Пинчуков. Наш род Пинчуков – это, конечно, древний род казачий. И все пинчуки, даже до нынешнего поколения, охраняют границы нашей Родины. Героический казачий характер передается в семье Пинчуков из поколения в поколение. По семейному преданию, прадед Леонтий Пинчук был участником русско-турецкой войны. И при освобождении Болгарии сам белый генерал, знаменитый Скобелев, наградил его именной шашкой. К сожалению, эта реликвия с годами была утеряна, но все пинчуки помнят и героическое прошлое своих предков, и значимые для семьи события недавних лет. Дед наш Пинчук Денис Леонтьевич, а бабушка Прасковья Андреевна. Вот они приехали в Волково одними из первых казаков. Добирались, конечно, ну, наверное, около года. Черноморские казаки. Они из Черноморья, вот, приехали в Волково, обосновались, приехали уже с двумя сыновьями, и здесь еще вот у них был Игнат, Федор, тоже Григорий, Мария, Федора и мой папа. Данил, самый последний. Казаки продолжали свою военную службу и вели собственное хозяйство. Революция и гражданская война разрушила все, что было построено и нажито великим трудом. Многие пинчуки погибли или пропали без вести. Самый младший, Данила Денисович, спасаясь от репрессий в 30-х годах, с женой и с двумя детьми из Волкова ушел. И вот они уехали по Амуру далеко-далеко на... на рыбалку. Там была создана рыболовецкая артель. Вот. До войны еще родились еще два братика, Борис и Александр. Саша, вот Данилыч, да, родился 15 июля 41-го, а папку уже в августе забрали. И вот мамочка... Я ее называю мамочкой, потому что она в семье, она для нас всегда, для всей вот этой вот. Вот она, моя мамочка и папа. Вот эти вот мои любимые, родные, самые-самые для нас дорогие люди. Ульяна Михайловна Пинчук, оставшись на всю войну одна с маленькими детьми, выполняла всю мужскую работу. Все женщины артели тогда работали на путине. Киту, огромнейшую киту, на веслах 4-5 километров. Вот эти бабенки молодые, у которых все дома голодные дети, они наберут полную лодку, приезжают, ее нужно вычистить, посолить, уложить в бочки. Все для фронта, все для победы, все на фронт. А себе разрешалось. Вот каждой нужно было сделать 100 штук за день. Это минимум. Ты должна обязательно сделать. Старались сделать больше, потому что домой детям давали только сердечки. Они в банку сбрасывали, вот чистили рыбу, и в банку сбрасывали сердечки. Вот это ты только могла унести домой. Солдатским женам никаких пайков не выдавали, полагаться можно было только на собственные силы. Но был в семье в то время еще один кормилец, сын Борис. Борис, совсем маленький, ходил в военную часть и пел, а пел замечательно. Ему давали котелок каши, он приходил домой и кормил всю семью. Этот мальчишка, 4-летний мальчишка, вот такие подвиги у нас совершал. Там военная часть и лагеря, вот все эти гулаговские лагеря были. Ценой огромной любви и великого трудолюбия Ульяне Михайловне удалось спасти всех детей. Спустя годы во время службы в армии сын Александр посвятил ей эти стихи. Мой первый писк, наверное, был похож на скрип отцовских кожаных сапог. И ты не думала, что малое дитя так много унесет здоровья у тебя. Ты родила нас, молоком вскормила, спасла от голода в тяжелый час войны.
одна. Без ласки и отцовской помощи растила нас и думала о нас. Данила Пинчук всю войну прослужил на Дальнем Востоке. Вернулся в 46-м. В семье родились еще четверо детей. После войны Пинчуки переехали в Михайловку. По семейной версии, Данила Пинчук выполнял задание НКВД, переправлял на тот берег советских разведчиков, за что даже позже был награжден орденом за службу на границе. Всю жизнь дети в этой семье с великим почтением и любовью относились к родителям. Они все стали достойными людьми, у них уже много своих детей и внуков, есть правнуки. Вера Даниловна о каждом из своих братьев и о сестре говорит с необыкновенной теплотой и уважением. Много лет, два раза в год, на день рождения родителей, они всегда собирались в родительском доме. Такая радость, такое счастье, такой был восторг всегда, потому что... Просто мы все очень любим друг друга, очень любим. Сейчас потомки этой семьи живут в разных городах России и Дальнего Востока. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Благовещенске. Дальше всех, наверное, известный многим танцор и хореограф Владимир Архипов, сын Веры Даниловны. Он давно уже живет в Париже. Недавно приезжал домой, выступал в родном городе. Но даже самые дальние расстояния не мешают родным людям любить друг друга и чувствовать себя одной большой и дружной семьей. «Тот, кто служит своей стране, не нуждается в знатных предках», — говорил Вольтер. Ни у кого из героев нашей программы уж очень знатных предков не было, но все они честно и преданно всегда служили своей стране. Вот такая история. А если вы хотите стать героями нашей программы, звоните 222-733, и мы расскажем историю вашего рода. А на сегодня это все. До свидания. Продолжение следует.